Привет! В эфире первый выпуск программы «Джаз как образ жизни». Представляя вашему вниманию нашу новую программу, мы хотели бы поделиться с вами своими наблюдениями о том, какое место в нашей жизни занимает джазовая музыка и в чем ее принципиальное отличие от других музыкальных направлений. В этой программе мы познакомим вас с историей джаза и его современной жизнью, что немаловажно. Ведь джаз – это не пережиток прошлого, это живой, вечно развивающийся организм, прививающий людям отменный музыкальный вкус, добро и взаимопонимание. А главное, достойны того, чтобы стать для нас эталоном, как жить, стать образом жизни. Мы будем говорить о джазе простым человеческим языком, словами неискушенного человека, обещаем не утомлять вас заумными музыкальными терминами. Но в то же время наша передача о том, что джаз – это не какой-нибудь легкий развлекательный жанр, что джаз – это глубокий внутренний мир, живущий по своим порядкам, по своим обычаям. Это передача о том, как полюбить джаз, и более того, как сделать его неотъемлемой частью нашей жизни, нашим образом жизни. Did our boy do something rash? Suki Todrick, Jenny Diamond, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Луи Армстронг появился на свет в Новом Орлеане жарким летним днем 4 июля 1900 года. Его детство было крайне скудным. Иногда в поисках пищи бедняжке приходилось рыться в мусорных ящиках. В своих воспоминаниях он постоянно говорил о еде. Даже письма подписывал гастрономически «Ваш бобовый и рисовый Луи». Он рано стал зарабатывать, продавая газеты, развозя уголь, а играть на корнете начал довольно поздно, в 14 лет. Не зная нот, за какие-то несколько месяцев он так умело овладел инструментом, что смог возглавить школьный оркестр. Позже он уже был корнетистом ведущего джаз-бенда Нового Орлеана, но во время праздника джаза в родном городе Луи попал под арест, выстрелив в воздух из пистолета во время фейерверка. Вернувшись домой из колонии, музыкант организовал с друзьями маленький оркестр «Ори», в котором стал ведущим корнетистом. В 1925 году им была сделана первая запись серии грампластинок, известной под названием «Hot 5 и Hot 7». А в 1929 году теперь уже трубач Луи Армстронг едет в Нью-Йорк, где становится не просто джазменом, а ведущим представителем нового вида искусства. Колоритный и обаятельный жизнелюб, Луи снялся в десятках фильмов, стал более популярным как певец, разбогател. Деформированные губы обращали на себя внимание и принесли ему жаргонное прозвище «Сачма» – «Губастый». Да и такой грассирующей хрипоты не было ни у кого. Потом выяснится, что Луи болен лейкоплакией, являющейся следствием воспалительных процессов в горле. Но этот недуг, как это ни кощунственно звучит, оказал музыканту добрую услугу, придав его голосу тембральную эксклюзивность. Пик популярности Армстронга пришел на 60-е годы вместе с хитом «Hello, Dolly». Музыкант сумел превратить джаз из коллективной импровизации в искусство сольной игры, по сути, став отцом всей современной импровизационной музыки. В следующей нашей рубрике «Джаз-гость»
мне хотелось бы представить одного из старейших почитателей знатоков джаза, историка и коллекционера Рафаэля Авакова, который, в свою очередь, пригласил к себе трех замечательных трубачей – Андрея Товмасяна, Петра Востокова и Валерия Пономарева. Почему Луи Армстронг – великий музыкант? Почему он так любим во всем мире? И несмотря на то, что уже 110 лет, можно сказать, прошло со дня его рождения, он продолжает оставаться великим музыкантом джаза. Луис Армстронг – это абсолютная джазовая величина. Многие склонны считать, и иногда справедливо, иногда несправедливо, делят Армстронга на три ипостаси. Армстронг – трубач. Джаз. Не важно, что имя, разумеется, импровизатор. Армстронг – певец. И Армстронг – шоумен. С его всеми улыбками, клоунадами, все бабу-зу-ду-да-ду-да. Все музыканты любят Армстронга. Ряд высказываний вы можете повторить. Вот кто это сказал? Сон Ра сказал, что каждого соло – шедевр. Я согласен с ним. Кто, я не помню, сказал, что если кого-нибудь называть мистер Джаз, то только его. Это Эллингтон сказал. Эллингтон, да. Ну, вот таких много, да. Мы очень все любили Армстронга, и без Армстронга просто... В каждом трубаче чувствуется Армстронг, в любом, даже в Дизи, в Клиффорде Брауне, в Фэтс Наваре, в боперах, в всяких Чарли Шаверцах, в майнстримовцах, во всех, кого угодно. Петь, а ты как, что для тебя Армстронг? Ну, прежде всего, я узнал этого исполнителя одним из самых первых, кого я узнал из джазовых трубачей и вообще джазовых музыкантов. Поэтому, с одной стороны, Луи Армстронг – это проповедник джаза во всем мире. Благодаря нему люди узнают, что такое джаз. А с другой стороны, можно его рассматривать как одного из величайших исполнителей этой музыки, и рядом с которым сложно кого-то поставить по определенным критериям джазового исполнительства, как владение инструментом, как чувство свинга, чувство формы. Импровизация. Очарующая улыбка. Все остальное Андрей уже сказал. Петя, ты в своем творчестве, вот ты играешь темы, которые, так сказать, вот, в своих выступлениях, в ансамблях, в которых ты работаешь, вы используете вот, творческое наследие Андрея? Его музыку? Да. Ну, долгое время нет, этого не было. Но с каких-то недавних времен я стал больше интересоваться ранним джазом и... Сейчас пытаюсь уделять время изучению музыки Луиса Армстронга, Бигса Байдербека. И на меня это сейчас новое для меня открытие. Я узнаю эту музыку заново, разбирая их соло и вообще эту музыку. Армстронг, как всем нам известно, выдающийся артист и так далее, но он же был первым представителем феноменального искусства, которое только зарождалось в начале прошлого века. И он остается этим первым представителем искусства, которое мы можем назвать язык джаза. И вот этот язык, он продолжает развиваться и развиваться до сегодняшнего времени. Так же и с джазом происходит. Вот Петя сказал, что он не слушал Луиса Армстронга, и в его речи музыкальной нет Луиса Армстронга. А это неправильно. Потому что это все-таки он очень хорошо говорит на языке джаза. Петя, я знаю, как он играет, мне очень нравится. И это все-таки тот же язык, он уже более развитый, он уже другой язык, уже эволюции, он в процессе эволюции находится уже много-много лет. Тем не менее, это все тот же язык. Поэтому ты можешь и не знать этого, но да. Армстронга ты все равно можешь прослушать в твоем языке. Но вот этим он для нас и велик.
что он был основоположник выдающегося феноменального языка совершенно, на котором мы все теперь говорим. Боперы 40-х годов признавались, что они все в своем творчестве использовали, а им некуда деваться, элементы находки Армстронга. Совершенно верно. Люди, которые говорят на этом языке, они так или иначе корнями своими уходят в первую, так сказать, форму джаза, выкрасывается словарный запас к началу 19 века, и уже превратился в первую форму, диксилент. Тем не менее, это настоящий джаз, уже тогда был. Мы на нем до сих пор на этом языке говорим. Армстронга, вот в ресторанах говорили аргентинское танго, ну что, танго и танго, какой-нибудь Розамунду там, что такое. Армстронг умел превращать в конфетку любую вещь. Будь то холодолика, средненькая мелодия, зазвучала, весь мир запел. Kiss of Fire, обычное танго. Фэт Воллера, самые простые, очень черные. Рамона, как он Рамона играл. Потом великий блюз Хэнди, Сан-Луид. Не могу отделаться от мысли, вот мы сейчас разговариваем, что я играл на трубе Луиса Армстронга. Вот я ее в руках держал. Меня пригласил директор его музея, его дома, из которого сделали музей. И вынес, я привел с собой еще несколько друзей, музыкантов. И вдруг он выносит трубу из Армстронга. И ко мне, мне, конечно, на меня выпала эта честь первому на ней поиграть. Фотографии у меня дома есть, но записей никаких нет. И вот от этой мысли не могу отделаться. Только об этом и думаю, как я держал его трубу и играл на ней. Мне вообще в жизни повезло. Я же играл на трубе Клиффорд Брауна, на трубе, которая его была труба. Он на ней работал, играл, занимался и так далее. Вообще фантастика, конечно. Да вот насчет голоса Луиса Армстронга и вообще его восприятие музыки, это же передалось на многие-многие поколения. Мне вот сейчас очень часто говорят, я когда со своим биг-бендом в Америке выступаю, у меня есть номер такой, мы играем оркестровку «For All We Know». Замечательная песня. Арт Блейки последний год своей жизни вдруг решил петь эту песню. Он ее пел, буквально пел. Вот. И я его голос ввел в оркестровку, и перед началом, и перед тем, как наш певец начнет петь, я два такта пою за Армстронга, а потом, то есть за Армстронга, за Арт Блейки, а потом уже передают микрофон нашей певице. И звучит это так. For all we know, it could only be a dream. И мне до сих пор музыканты в оркестре говорят, так это как Армстронг звучит. Джим Круппа говорил, что любой музыкант в своих 32 тактах обязательно использует хотя бы раз, так сказать, какую-то находку именно из Армстронга. Можете сказать, вот какой период вот, Армстронга, вот, из того, что вы знали, слушали, какой вам больше нравится вот, период? Период ранний, так сказать, где Hot 5, Hot 7, или период, когда вот он Stars собирал свои... Мне трубачу. Ближе, как трубачу, ранний Армстронг. Мои любимые годы его – это конец самых 20-х, начало 30-х. Это средний Армстронг. Ранний – это когда с Кинголем. Нет, это да. Он имеет в виду, я имею в виду Hot 5, Hot 7. И чуть после этого. Позже, да, чуть да. Позже, да. Но в том-то и дело и заключается, что вот эта традиция, она передавалась и продолжает передаваться, и будет еще передаваться. Where the folks, they all meet down in New Orleans, the land of dreams, by the river of the living. Скорее берите ручки и блокноты. До окончания программы присылайте правильный ответ в виде смс-сообщения на номер телефона, который вы видите на экране. Тот, кто пришлет наиболее подробный, развернутый ответ, получит бесплатный пригласительный билет на два лица в одно из московских джазовых кафе.
Первый вопрос звучит так. В каком году было первое выступление Луи Армстронга со своей группой All Stars? И второй. Приезжал ли Луи Армстронг в Советский Союз? А теперь от теории перейдем к практике. Ведь джаз можно не только слушать, но и играть, получая при этом не меньшее удовольствие. Только вот какое дело. Джаз не любит ленивых. Тремя аккордами здесь не отделаешься. Так что поигрывать джаз не получится. Его можно только играть. Если вы все-таки решили овладеть исполнительским искусством, имя которому джаз, вам следует запастись терпением, овладеть основами нотной грамоты и регулярно следить за нашим джаз-классом. Он, конечно, не заменит ваших занятий музыкой, но существенно расширит горизонты ваших познаний о том или ином музыкальном инструменте, расскажет об оригинальных приемах техники звукоизвлечения, поможет узнать секреты виртуозности многих именитых джазменов. Активная джазовая жизнь Москвы не прекращается ни днем, ни ночью, ни на сценах престижных концертных залов и клубов, ни на лоне природы, в городских садах и парках, и даже на волнах Москва-реки. Чего сегодня в Политехническом музее больше – физики или лирики – еще очень спорный вопрос. Благодаря неустанным стараниям нашего мэтра Анатолия Кролла, джаз надолго поселился в стенах музея и прекрасно себя чувствует, а значит и его поклонники. Регулярно проводимые здесь джазовые фестивали уже давно снискали популярность у любителей импровизационной музыки и в первую очередь благодаря доступности и демократизму. Джаз – это стихия не только земли, ветра и огня, но, конечно же, еще и стихия воды. Это нам отлично демонстрирует проект «Джазовый пароход», призванный подарить любителям джаза новое ощущение – наслаждение любимыми композициями посреди водной глади. Вода, как известно, отлично передает звук, а вместе с ним тона и полутона, ритмы и гармонии, а значит чувства и настроение. В этом еще раз убедились и гости джазового парохода, и все, кто слышал с берега Москвы-реки, проплывающий по городу джаз. Начало очередного, уже 14-го по счету Московского международного фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» грянуло аккордами оркестра имени Олега Лунстрема под управлением Бориса Фрункина с посвящения творчеству Бенни Гудмана.
На этот раз маэстро Фрункину и его легендарному биг-бенду солировал финский кларнетист Антти Сарпила, отличающийся не столько чувственностью, сколько нордической чистотой исполнения. Пианист Яков Окунь со своим трио в очередной раз убедил посетителей, что является крупной рыбкой в акватории российского джаза. Экспериментируя с созданием разных по составу ансамблей, он доказал, что по-прежнему остается верен своему неповторимому стилю. Позднее к нему присоединилась одна из наиболее востребованных и опытных певиц России – Ирина Родилис. Ее талант раскрылся еще со времен работы в биг-бенде Анатолия Кролла. По признанию коллег и публики, Ирина безупречно владеет манерой скет – пением без слов. Ее голос обладает неиссякаемой энергетикой, а самобытный репертуар придает особый шарм. А представители известного джазового клана, братья-саксофонисты Дмитрий и Александр Бриль со своим ансамблем «Бриль Бразерс» предложили вниманию слушателей джаз-рок, используя восточные африканские мотивы. Получилось энергично и самобытно. Фестиваль завершился выступлением несравненного тенор-саксофониста Чика Фримана, американской звезды первой величины. Музыкант исполнял в большинстве своем авторские композиции. Count Basie song is written by Freddie Green, the guitarist for Count Basie's band. Говоря о джазе, было бы неправильно ограничиваться рамками одного отдельного взятого города одной страны. Ведь джаз – явление интернациональное и общечеловеческое. Несомненно, что и в наступившем году почитатели импровизационной музыки будут вовлечены в новые джазовые события. Они, как и подобает, смогут восхищаться всем разнообразием джазовых форм. От свинга до авангарда, созерцать любимых исполнителей, слушать новые альбомы и смотреть видеодиски. Посмотрим, какие музыкальные события нас вскоре ожидают. Международный фестиваль джаза в швейцарском городе Лугано собрал музыкантов старого и нового света, наполнил легкие участников и гостей мероприятия альпийским воздухом и необыкновенной душевной искрометностью. Визитной карточкой фестиваля в Лугано нынешним летом стала вокальная группа «Манхэттен Трансфер»,
покорившие своей изысканной гармонией и завидным темпераментом. Бывая на таких мероприятиях, отдыхаешь и телом, и душой. Кажется, с изысканностью и многовкусием джаз-фестиваля в Лугано может сравниться лишь знаменитый швейцарский шоколад. Наша первая программа «Джаз как образ жизни» подошла к концу. Мы будем рады встретиться с вами через месяц, чтобы вновь и вновь поговорить о джазе. О джазе как об образе мысли, о джазе как об образе жизни. Пробуйте джаз на вкус, и вам непременно понравится. Пока!